только тех, кто любит труд, гастарбайтером зовут. Si haces con eso, yo todo el día picando. Тихомир, jel ti se sviđa mašina? Ja. Jel znaš ti s tim raditi? Uh-huh. Ajde vam pokaži. Bravo. Bravo. Dobro, dobro, pregrijat će se, čuješ? I to si sve napravio za sat vremena, kažeš? Da. Bravo. Bravo. Svaka čast. Bravo. Сигаретка сейчас в руках. Прыгаю со всеми удовольствиями. Я о чем тебе говорила? Скажите, много работы у вас? Нет, нормально. Нормально? Да, конечно. Когда сделаете дорогу-то? Что? Дорогу, когда отремонтируете? Это чуть-чуть русский разговаривает. Чуть-чуть разговаривает. Угу. Нормально, здесь все нормально. Все дорогу нормально. Шефу нормальный, здесь нормальный. Все нормально. Угу. Все. Вы от какой организации? В какой организации? Промтехника 2. Промтехника 2, да? Да. Угу. Ну, со скольки до скольки работаете? Во сколько начинаете работу и во сколько заканчиваете? 8 работает, это 7 закончили. Все нормально, все.